الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем тему смысла этой жизни, смысла создания человека, вообще его появления на этот свет. И как Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Ама халактул инса валь джинна илля лиябудун». «Я сотворил и джиннов, и людей для того, чтобы они мне поклонялись». И смысл вообще создания человека в этом дуне, появления его на этот свет, это поклонение Аллаху, Господу, который сотворил нас всех. Конечно же, чтобы поклоняться Аллаху, человеку нужно здоровье, человеку нужно есть, пить и так далее. Аллах Субхана ва Тааля одарил нас этими телами, и мы должны быть ответственны к нашим телам. И Аллах Субхана ва Тааля дал нам возможность и создал нас такими, создавать семьи, одаривать нас детьми и так далее. У всего этого есть свои обязательства и свои, конечно же, прелести, свои удовольствия, алхамдулиллях, хвала Аллаху, который нас одаривает всеми этими благами. Но, конечно же, мы имеем ответственность и перед детьми, и перед нашими близкими. Мы должны поклоняться Господу, и мы должны обучать наших детей тому, чтобы они признавали своего Господа, признавали Аллаха своим Господом и поклонялись Ему правильно, и были праведными, не совершали грехи. И мы должны строить правильное общество, о котором говорит Всевышний, и мы должны болеть за каждого человека, переживать за неверующего, за его неверие, переживать за грехи верующих, переживать за, конечно же, сочувствовать, сопереживать людям, которые там испытаны в этой жизни какими-то трудностями и так далее. Все это черты и качества верующего человека. И каждый из нас обязан понять, для чего он в этом мире, и, конечно же, полноценно постараться исполнить свою обязанность в этом дунья. И, как мы сказали, первый и основной смысл создания человека в этом мире – это поклонение Господу. Для того, чтобы поклонение было правильным, и мы сказали, какие могут быть поклонения, какие они бывают, есть очень легкие, при этом очень емкие поклонения, как постоянное поминание Аллаха Субхана ва Тааля и так далее. Но для того, чтобы поклонение было правильным и принималось Аллахом Субхана ва Тааля, нужно не только искреннее намерение, но и нужно, чтобы оно соответствовало тем нормам, которые утвердил Аллах Субхана ва Тааля через своего пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Кто сделает нечто, не соответствующее этому нашему делу, оно будет отвергнуто». То есть, если поклонение человека и его деяния не будут соответствовать религии, то оно не примется у Аллаха Субханаху ва Тааля. Если человек изменит молитву и вместо там двух ракатов утреннего будет делать три раката, его молитва не примется, даже если он совершит большее количество поклонения. Оно должно соответствовать в точности тому, как утвердил Аллах Субханаху ва Тааля. Или же вместо четырех ракаатов будет 5 ракаатов делать молитвы и так далее, то в этом случае оно не примется. То есть наше поклонение должно соответствовать нашему шариату. И люди, которые хотят добавить нечто от себя, получается, что религия, которую не спасал Аллах Субхана ва Тааля, она несовершенна. И получается, что они более знающие и сведущие в этом, чем посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, через которого Аллах Субхана ва Тааля утвердил эту религию. Поэтому, конечно же, мы должны бояться что-то добавлять или что-то убавлять из этой религии. Она совершенна, она полноценна. Как Всевышний сказал: «Алиям акмальту лякум динукум». Сегодня я завершил для вас вашу религию и сделал ее полноценной, завершенной. Поэтому, конечно же, тот, кто сделает что-то, добавляет или убавляет, он совершает огромную ошибку, да бережет нас всех Аллах от таких деяний. Конечно же, человек должен знать свою религию и, соответственно, этому поклоняться Аллаху, Субханаху ва Тааля, Господу миров. Каждый из нас обязан изучать
понимать, стараться понимать эту религию, спрашивать. Если у вас не возникает вопросов по религии, значит, вы его не практикуете и вы его не изучаете. Потому что однозначно, если вы его практикуете и изучаете, у вас непременно возникнут вопросы. И вы должны, обязаны их задавать, получать на них ответы и, соответственно, этому поклоняться своему Господу. И Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Поклоняйтесь Аллаху, не приобщайте к Нему сотоварищей, и делайте добро родителям». Также Всевышний говорит: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям». И в Коране много похожих аятов. Передается от Муаза ибн Джабаля, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «О Муаз, известно ли тебе, какое право Аллаха должны соблюдать Его рабы, и что они вправе ожидать от Всевышнего?» И Муаз говорит: «Я сказал, Аллах и Его посланник знают об этом лучше». Это было адабом, это было уважением к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Эти люди, его сподвижники, не начинали говорить свои предположения. Они знали, что это лучше всего знает Аллах и Его посланник. Они говорили: «Аллах и Его посланник знает лучше». И они ждали ответ, что скажет посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине право Аллаха, которое обязаны соблюдать рабы Его, состоит в том, что они должны поклоняться одному только Господу, Аллаху. Они же вправе ожидать, что Аллах не станет подвергать мучениям того, кто не поклоняется никому, кроме Него. Они вправе ожидать прощения от Аллаха, они вправе ожидать, что Аллах одарит их благами и в этом мире, и в следующем мире, и вправе ожидать, что Аллах не подвергнет их наказанию в аду». И, конечно же, разумный человек должен понимать, что Аллах един, что у всего этого есть Создатель. Если он действительно разумный человек, Всевышний говорит: размышляйте, смотрите по сторонам, смотрите на творение Аллаха Субхана ва Тааля и размышляйте. Для вас это является знамением. И мы привыкли это воспринимать как нечто само собой разумеющееся. На самом деле все это создание Аллаха Субхана ва Тааля. И если задуматься о каждой вещи, взять отдельно задуматься, то мы увидим огромные знамения Аллаха Субхана ва Тааля в каждом творении. И, конечно же, каждый разумный человек обязан поклоняться Всевышнему от совершеннолетия до самой смерти, если у него есть возможность. Всевышний говорит: поклоняйся Господу твоему, пока не придет к тебе убежденность. Убежденность имеется в виду смерть, то есть когда все станет очевидным, убеждение, не будет никаких домыслов, все станет очевидным. И кто не поклоняется Господу, тот однозначно становится рабом шайтана. Кто не признает Господом Аллаха Субхана ва Тааля, тот берет себе божеством в нечто другое. В любом случае, как бы то ни было, как бы ни говорил человек, что он не поклоняется вообще никому, даже убежденный атеист, на самом деле он поклоняется кому-то или чему-то в любом случае. И он берет для себя идеи, божеством, свою идеологию атеизма и так далее, но в любом случае он поклоняется чему-то или кому-то. Всевышний говорит: «Разве я не завещал вам, о сыны Адама, не поклоняться шайтану, который для вас явный враг, а поклоняться мне?» Это прямой путь. Мы видим, как люди ищут для себя объект поклонения во всем. Это будь там в каких-то, я не знаю, в древних божествах, в каких-то своих идеях, в деньгах, в имуществе, в детях, в родителях. Есть люди, которые поклоняются родителям, в животных. Некоторые взяли для себя приметами и живут только по гороскопу и так далее. Это тоже является божеством в какой-то степени. Когда человек верит в какие-то знамения, в какие-то предсказания, в какие-то расположения звезд и так далее, как это есть в гороскопах. На самом деле, конечно же, все это запретно, убережет на всех Аллах. «И кто не поклоняется Аллаху, тот становится рабом собственных страстей». И Всевышний сказал: «Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть?» Если человек не удерживает себя от запретного и совершает то, что желает его прихоть, конечно же, он обожествил свою прихоть. Аллах Субхана ва Тааля запретил прелюбодеяние, Аллах Субхана ва Тааля запретил убийство, Аллах Субхана ва Тааля запретил какие-то другие грехи, великие грехи. И человек, который не боится своего Господа и совершает все это, он является тем, кто обожествил как раз такую свою прихоть, которую он поставил выше велений Аллаха, выше велений своего Господа. И кто не поклоняется Аллаху, тот становится рабом этого бренного мира. Пророк, саллиллаху алейхи саллама, сказал: «Несчастен раб Динара, и раб Дирхема, и раб Катыфи, и раб Хамисы».
который остается довольным, если ему даруется это, а если нет, то и довольным он не бывает. То есть, пока ему выгодно, он может придерживаться религиозных норм, может придерживаться установлений Аллаха Субхана ва Тааля, однако, когда это ему невыгодно, или ему приходится присвидетельствовать против себя в каком-то обмане, в какой-то хитрости, в какой-то его подлости и так далее, то он идет на все, лишь бы оправдаться. И он нарушает все запреты Аллаха Субханаху ва Тааля, и может, чтобы заработать где-то что-то, он может обмануть, он может поклясться. Это и есть раб динара и дирхема. Побережет нас всех Аллах. Или же взятки, или же какие-то другие подлости. Все это сегодня широко распространено. Да убережет нас всех Аллах, но пусть каждый из нас задумается, что в конечном итоге ему придется предстать перед Всевышним и за все это отвечать. За каждое свое деяние и за каждое свое слово, которое записывается, и он в судный день непременно это все увидит и услышит, и не сможет ничего из этого отрицать. Конечно же, признание Аллаха своим Господом и поклонение Ему, у которого нет сотоварищей, нет других божеств, это помогает человеку утвердиться на земле и оградить себя от опасностей и в этом, и в вечном мире. И Всевышний сказал, «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали благие деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать религию, которую Он одобрил для них, и заменит им страх безопасностью. Они поклоняются Мне и не предают Мне сотоварищей. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами». Всевышний говорит, обещаю тем из вас, которые уверовали и совершали благие дела. Аллах Субхана ва Тааля во многих местах в Коране говорит, которые веровали и совершают благие деяния. И совершают благие деяния. Почему-то люди упорно защищают грехи, упорно защищают возможность для себя совершать эти грехи. И что в этом достойного? Люди упорно защищают возможность совершить прелюбодеяние, возможность употреблять спиртные напитки, возможность легализовать наркотики и так далее. По всему миру что только уже не защищают люди. И получается, что многое из этого, то есть добиваются этого. Возможности, то есть официально, чтобы им дозволили официально совершать эти грехи. И какое же в этом достоинство и для народа, и для личности, как для человека, как личность. Какое в этом достоинство? Ты же не защищаешь возможность ухаживать за родителями. Ты не защищаешь возможность поклоняться Аллаху спокойно, свободно, без страха. Но ты защищаешь какие-то грехи, то есть возможность их совершать свободно. И как же поменялось понимание людей, если это стало каким-то достоинством? И поклонение – это проявление благодарности Аллаху за Его великие милости. Всевышний говорит, благодарите Его за Его милости, и Он добавит вам. И человек никогда не сможет сосчитать и понять все милости Аллаха Субхана ва Тааля. И как сказал Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, если бы человеку раскрылись все блага, которыми одаривает Аллах Субхана ва Тааля его, и все те беды, от которых Аллах уберег, то сердце человека разорвалось бы от благодарности. То есть мы не знаем каждую минуту, каждую секунду, каждый час, каждый день, о скольких невзгод и от скольких бед ограждает нас Аллах Субхана ва Тааля и сколькими милостями каждый день одаривает нас Всевышний. Поэтому, братья мои и сестры, давайте понимать, размышлять об этом. Поистине размышление приводит к благодарности, когда мы размышляем об этом. И размышление приводит к мудрости, размышление приводит к увеличению веры. Поэтому каждый из нас, как Всевышний об этом говорит в Коране не раз, размышляйте, или для людей размышляющих, думающих. Это не просто какой-то объем информации, а это то, что должно быть законом для людей, по которым должны стараться жить люди, избегать запретного и совершать достойные деяния. Да поможет нам всем Аллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن